Сказ про богатыря Зелень Владимировича. Жили-были дед да баба, и родили они богатыря невиданной силы, и назвали его Зелень Владимирович 95-й. За год всего набрал он силищи неслыханной, и поехал он по стороне украинской с мечом-кладенцом нетупящимся, с катертью-самобранкой, шаурму готовящей, да с Богданой своей в обозе. И поглядел богатырь на степи житомирские, а там, ёрш твою мать! Что творится? Змей Горыныч китайский беснуется, янтарь украинский пожирает. Казнокрады забор украли, лес вырубили, людей НДСом обложили. Татаро-монгол, кремлевский супостат азиатский войска посылает зеленющие. МВФ из-за бугра дефолтом грозит, реформ требует. Экономика перекосилась да перекособочилась. Об землю матушку в агонии бьется. А люди-то, люди кричат. А детишки, детишки-то плачут. А коровы-то мычат. И собаки-то лают. Петухи по утрам кричать перестали. Курей боятся разбудить. Баба-Яга мораторий на землю оставить требует. Беда на земле житомирской. Взвилась нечистая сила вокруг. Воет, кругом хоровод водит. Страшно, аж жуть. Перекопали все напрочь, лес рубят. Посмотрел Зелень Владимирович 95-й на все это и призадумался, и нахмурился, и подумал, подумал, да кулак силушку богатурскую собрал все. И как замахнется... И уволил лесника. Одним махом. Говорит, да чё ж ты землю-то свою запустил? В лесу непорядок. Увольняю, говорит, тебя по собственному желанию. И попробуй не уволиться. И нахмурился пуще прежнего. Раздухарился богатырь Зелень Владимирович 95-й. Да пошел в город Житомир. И там уволил мясника прямо в мясной лавке, потому что мясо ему не понравилось. А потом сел в избе, глядь, печь не та, не с изразцами, неправильная печь какая-то, и уволил печника. Да как же вы все тут жили-то до меня? Как же вы строили, доработали? Всех вас поувольняю, а то совсем распоясались. И задумался Зелень Владимирович 95-й, а не уволит ли ему и людишек жалких, НДСом обложенных, всех этих житомирян? Но не испужался народ житомирский. Мы, говорит, и так без работы сидим. И без пенсии. Зарплаты махонькие, не живем, а выживаем. Света белого не видим. Увольняй кого хошь, коли на то твоя воля. Все равно работы нет. А только нам твоих указов ни холодно, ни жарко. И посмотрел на люд честной Зелень Владимирович и уволил банщика с трубочистом. А в трактире сидит балаш, глядит на богатыря, и диву дается. Силище ты такой, богатырь Владимирович, и 5-10 мог внедрить, и сделать свою родину стороной богатющей да свободной. А он все лесников да банщиков гонять. Ох, и растратишь ты свою силушку, богатырушка наш. Вот и сказочки конец. А кто слушал? Заебец.